А что я, если вам скажу, что из динамита можно сделать портал? Окей, давайте берем динамит. Так, он крафтится, конечно, вот так. Но давайте мы перейдем в режим читера и просто возьмем все. Все, динамит. Окей, смотрите, теперь мы берем. Берем в поиске портал дин... берем, включаем TNT. И вот просто вот видим вот этот TNT-портал. И что же, и строим как портал в, получается, в ад. То есть сейчас я динамита побольше возьму. И давайте же все-таки возьмем, не знаю, 20 штук динамита. То есть, да, в принципе, нам этого с головы хватит уже. Так, хорошо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И давайте вот этот разрушим. Так, хорошо. И теперь мы берем. И как вы видите, портал готов. И что же? А что же в нем находится? Что же в нем находится? Я, смотрите, что сейчас там будет. Опа! Что это такое? Профессор-осуждатель, ты открыл новый мед. Это не я открыл, это ты открыл вот этот портал. И сегодня, ребята, мы в этом видеоролике будем обозревать все порталы мода. Кирпич. Вот, ну вот, например, кирпичи. Нам необходимо просто взять парочку кирпичей. Ну, например, вот столько вот. 20 и просто. И теперь мы должны просто вот так сделать. И здесь у нас будет, собственно, вот эти порталы все. Но нам нужен кирпич. Кирпич. Вот он наш кирпич. Все. И вы представьте только мир из кирпича. Это же вот просто. Это просто невозможно. Так, вот так сейчас. Так. Ой, так, ладно, осторожно, строим. И теперь строим. И все. И вот он портал. И там, в принципе, такая же физика. То есть, ну, там не физика, там такое же, типа, то строение, но вы представьте. Это все из кирпича. Но почему-то здесь делать немножко DNT, это немножко меня настораживает, уберись. Так, нам здесь пока не нужно. И смотрите, это просто мир из TNT. Теперь. Нам нужно необходимо. Так, дальше. Мы сегодня в этой серии осмотрим только несколько порталов, а в следующей серии уже будет, то есть, вторая часть. Так, нам где-то понадобится кирка. Ну, кирка у нас будет алмазная, так чтобы вот это все разрушить, да? И ладно, давайте золотая. Так, давайте, я думаю, в принципе, чтобы было так как-то. Так, вот так. И вот так, и вот так. Хорошо, у нас есть кирпичи. Так, теперь, я думаю, нам стоит... так, здесь... Следующий, ладно, плюнем на эту шерсть, потом я дальше опыт проведу. Так, тихо. Ну, ладно, давайте уже столько. Следующий, это будет у нас портал из стекла. Максимальный, так, тихо. Так, и опа. Так, раз, два. И теперь вот так. Все. И теперь давайте... Что-то он не ныряется. Так, все, нырнул. Я уже думал, что не работает. Так, и у нас просто, зацените, это у нас просто портал из стекол. Ну, в принципе, такая же. То есть тут, смотрите, тут видно TNT чуть-чуть. Но это как бы, я думаю, как руды получается. Тут, а вот тут камешки. Ну, то есть вы поняли, что в принципе такое же строение мира, но чуть-чуть немножко другое. То есть, да. Вот, и теперь давайте, не знаю, последнее, что ли, в нашем сегодняшнем списке. Это у нас будет, так, давайте... И это у нас сегодня будет, пожалуй, так, давайте, я думаю, посмотрим. Здесь нету случайно портала из командного блока. Было бы очень, в принципе, очень круто тогда. Так, ладно. Так, давайте вот это все уберем. Следующее, это у нас блок портал активатор. Что это? А, это из книжек. Так, ладно, айс. Ледяной, это я понял. А вот из бедрока я, кстати, не видел еще. Давайте у нас бедрок сюда. И теперь последнее, что у нас сегодня будет, это бедрок. Просто берем и бедрок. Ну, бедрок, в принципе... Не-не-не, так, тихо. Так. Вот так. И давайте построим вот так. Ну, то есть вы поняли, что задумка точно типа такая же, как у ада, то есть получается, да? То есть, когда мы попадаем в ад, у нас так же, только немножко другие размеры. Так, давайте, я думаю, бедрок на 64, да, поставим. Так, ладно. И вот так. Все. И входим. Входим, я сказал. Так. Так. Входим. И у нас просто мир из бедрока. Да. Очень вообще круто. То есть, да. Вот. И что же.
Так, а я ж не попаду сейчас. А, ой, не верните меня, я ж не попаду. Так, о, да. То есть вы видите, что в принципе это как ад, только из бедрока. Так. Ладно, ребят, надеюсь, вам понравился видеоролик. С вами профессор-рассуждатель был. Увидимся в новых видео.